Всем привет! Проведу обзор кристалла Эгида натрия, активированного таллием. Значит, вот поставляется вот такой заводской пенопластовый из плотного пенопласта коробки на резьбе. Значит, надпись написана SDN. Вскрывать после выдержки в нормальных климатических условиях не менее 6 часов. Вот она. Вот на резьбе откручивается вот такая вот резьба. И здесь плотный толстый пенопласт. Это салфетка. Вот здесь находится кристалл. Собираем. Дальше внутри еще находится паспорт кристалла. Такой с мокрыми печатями. Вот приемка. Дата выпуска. Вот назначение SPS, диаметр, высота по 80 на 80 миллиметров, собственное разрешение в процентах не больше 8 должно быть, результат испытаний 7,2% разрешения было, когда он с завода был выпущен новый, световой выход, вот написано. Значит, гарантию завод дает на 30 месяцев из дня изготовления, а после введения в эксплуатацию 24 месяца. Наработка гарантирует 4000 часов. Вот мок печати, подписи и справочные данные, свойства сцинтиллятора с этой стороны. Какая плотность, эффективный атомный номер, малярная масса, максимум спектра излучения, время высвечивания, коэффициент преломления, все детально есть. Вот ставьте на паузу, кому нужно, можете почитать. Вот расширение видео ставьте максимальное 4К, чтобы было вам качество хорошее, или хотя бы Full HD. Так, паспорт показал. Сам кристалл вот так вот выглядит. Значит, размеры корпуса. Диаметр 97 миллиметров. Это размеры самого корпуса. Ой, 90 миллиметров. А сам диаметр кристалла 80 миллиметров. Значит, высота самого корпуса 87 миллиметров, а самого кристалла высота 80 миллиметров. Вот так вот выглядит. Вот видно белый, нет желтого оттенка, включаю вспышку на телефоне, но учтите, что вспышка светит светом цветовой температуры 4000К, то есть желтым желтушным светом светит вспышка телефона, может появиться желтый оттенок, но я посвечу, чтобы видно было дно хорошо, и покажу без вспышки. Видите, без вспышки видно, что он белый, желтизны 0. Все супер для спектрометра. Идеальный кристалл для спектрометра. Все, всем спасибо за просмотр.